А директор Запорожрынка Андрей Нетреб отчитался о работе предприятия за прошедший период текущего года. Об итогах и планах на будущее узнавала наша съемочная группа. Запорожрынок объединяет 8 коммунальных рынков по всему городу. В своем отчете директор сообщает, какие услуги предоставляют и на каких условиях, сколько заработали и как расходуют средства. Например, заработали за первые 7 месяцев этого года больше, чем за тот же период прошлого. По сравнению с 2013 годом увеличение прибыли по отчетности за 7 месяцев составило 1 010 000. По материально-технической базе вложено в наши коммунальные рынки на 2 700 000 с копейками. Главным образом средства потратили на усовершенствование рынка соцгорода. Именно там произошли наиболее серьезные изменения. Сделано асфальтное покрытие, въезды на территорию рынка, 3 бетонных ряда овощных. Также сделан фасад здания административного мясо-молочного павильона. Сейчас ведется фасад рыбного павильона. До конца года, ясно, он будет закончен. До конца года на совершенствование материально-технической базы планируют израсходовать еще от 1,5 до 2 000 000 гривен. Прежде всего намерены заняться крытым рынком, который не видел крупных ремонтов с середины 80-х.